Ну и, конечно, как вы уже поняли, это осенний шик. Это модный час для вас. И, конечно, сейчас для вас мы подберем что-нибудь особенное, а подбором занималась Светлана Воронцова, ваш стилист. Как сделать осень золотой, как сэкономить, при этом пополнить свой гардероб нужными вещами, вам поможет ваша ведущая Ольга Грядунова. Ну спасибо. Что, Олечка, поехали? Поехали. И, кстати, вы заметили, что и Ольга, и я сегодня не расстаемся с сапфирами. Именно так называется первое наше предложение для вас. Я помню, как год назад, вот сейчас давайте смотреть на Светлану, как ей идет это сапфировое платье. Помнишь, когда год назад приблизительно появилось это платье в эфире, как оно поразило многих наших телезрительниц? Тогда купили всю партию. И потом вы стали звонить нам на телеканал Шоп-н-Шоу, просить еще сапфиров. Так вот, только сейчас для нас поставщик вновь пошил новую партию. Ну что ж, мои дорогие, 5 цветов на выбор. Осенняя коллекция радует нас яркими цветами. Я выбираю бруснику, а Олечка Грядунова яркий синий цвет василек. Посмотри, как тебе идет. Вы, кстати, заметили, что глаза у нее стали синие? Да, абсолютно верно. Ты знаешь, обожаю этот цвет. Он действительно делает мои глаза прям какими-нибудь небесными. Вот сапфир, вот кружево. А знаете, что мне больше всего нравится? Вы, наверное, догадались. Животика моего здесь не надо, не видно. И, конечно, не нужно утяжки одевать. И длина здесь хорошая. Свет. Ну, а теперь давайте про длину. Длина изделия 100 сантиметров. У Ольги рост 1,61 м, у меня 1,77 м. И я хочу сказать, посмотрите, где завершается мое платье. Олечке оно немножко подлиннее прикрывает колени. Ваша любимая королевская длина. Ну что, мои дорогие, готовы встретить яркие краски этой осени? У нас золотая осень по ценам, ну а мы радуем вас колористикой. Итак, третий цвет, который вы видите сейчас, это шоколадный. Слушай, очень красивый цвет, мне нравится. Вкус. Ну это просто кладенец какой-то украшений. Посмотри, сколько здесь всего интересного. С кружевом, в общем, все как мы любим. Давайте посмотрим на другие цвета. И я приглашаю вас на подиум. Люба и Ира выбирают сегодня оставшиеся 2 цвета. Люба выбирает сочную бирюзу. Посмотрите, как этот цвет гармонично сочетается с черным. И благодаря черному цвету усиливается изумрудный блеск нашего платья сапфир. Посмотрите на эти яркие камни. Здесь еще и собраны, посмотрите, вот вишневый оттенок. Давайте посмотрим на спинку. Мы видим еще и кружево. Ты знаешь, Оль, я очень люблю, когда вещи именно украшены кружевом. Здесь мы видим, конечно же, имитацию кружева на трикотажной вискозной ткани. Да, действительно. Посмотрите, ну я обратила внимание, Света. То есть ты предлагаешь носить данное платье не только как платье, но еще и как тунику. Я смотрю, да? Ну что ж, давайте прямо сейчас с вами разберемся. Наше платье сапфир может трансформироваться. Люба в данном случае выбирает стильные брюки Милана. Обратите внимание, что темный такой вот синий цвет идеально сочетается с нашим изумрудом. И в данном случае Люба выбирает платье сапфир и носит его как тунику. Вот здесь заканчивается ее туника. Но и это, Оля, еще не все. Ты меня удивляешь. Как ты думаешь, моя дорогая, наша туника может еще трансформироваться в какую-нибудь вещь? Ну, Свет, давай, удивляй, ладно. Ну что ж, мои дорогие, наша туника, внимание, превращается еще и в блузон. Все, что нам нужно, это просто подтянуть нижнюю часть нашей туники платья. Посмотрите, вот она, эластичная ткань, трикотажная вискоза. Вы можете выбрать любую длину вашей блузы. Посмотрите, вот он, платье-трансформер. Сегодня вы выбираете и платите за одну вещь, а покупаете сразу 3. Платье, туника, блуза. Итак, платье, туника и блоза, то есть Света, 3 в 1. Вы посмотрите, сколько ярких, красивых цветов сегодня мы представляем. Кстати, вспомните, пожалуйста, это я обращаюсь к тем, кто у нас уже давно смотрит, то есть давно уже с телеканалом Шоп-н-Шоу. Когда-то год назад мы уже представляли вам этот сапфир, и цена была точно такой же. Помните? Мы удерживаем для вас цены, для вашего комфорта. Наслаждайтесь нашими ценами, звоните, заказывайте сейчас, пока есть ваш размер в наличии. Свет, какой размер наряд? Давай напомним. Ну что ж, мои дорогие, от 46-го, внимание, сегодня вы можете выбрать для себя это платье и до 60-го. Как вы думаете, почему я сейчас приподняла руку Любы? Да, конечно же, чтобы продемонстрировать вам рукав летучая мышь. Это и свобода, это и удобство, и комфорт. Итак, мои дорогие, цельнокройный рукав нигде в зоне проймы, он вас не сковывает ваших движений. И еще, сейчас информация для вас, милая модница, если у вас богатые формы. Посмотрите, в этом платье
кровати вам будет очень комфортно. Сколько же здесь места? А еще, Оленька, ты заметила, что наши рукава заканчиваются оригинальной манжетой из контрастного черного цвета. И благодаря этой манжете вы также можете регулировать длину рукава. То есть мы регулируем длину рукава. Это суперкомфортное платье. Я тебе смешной случай расскажу, Свет. Когда я посещаю гостей вот в таком же фасоне, это мой любимый, я чувствую себя комфортно. Но если я для себя выбираю платье, которое слишком облегает, вот когда я еще стою, ничего, я вроде животик в себя втягиваю. Но когда я сажусь куда-нибудь там на диванчик в гостях, я сразу прошу, а дайте мне подушечку. Закрываю свои вот эти вот складочки, знаете ли. А здесь посмотрите, какая свобода. Ничего прикрывать не нужно. Фу, можно дышать полной грудью и расслабиться. В общем, не только красивое, но и комфортное для вас. Ну что ж, мои дорогие, и, конечно же, сейчас вы видите пятую расцветку. Ее выбирает наша модель Ирина. И это классический вариант для вас, если вы любите классику. Серый цвет платья сапфир. Я раскрою вам секреты, Олечка, почему нам в этом платье очень комфортно. Давайте посмотрим сейчас. Вот ты заметила, что наше платье эффект два в одном. Сейчас вы видите верх, свободный блузон и юбка-карандаш, которая будет обнимать вашу фигуру. Как вы думаете, за счет чего происходит утяжка? Ну, давай рассмотрим. Давайте посмотрим прямо сейчас. И я демонстрирую вам удвоенную ткань. Именно так выглядит наша юбка. Посмотрите, а внутри мы видим еще и наличие эластичной ленты, благодаря которой соединяется нижняя часть и верхняя. Посмотрите, тянется и нить, и ткань. И это говорит о качестве. Нет, это платье для настоящих кокеток. Женственное, красивое, целый кладенец сапфировых изделий, да еще и кружево. Но что мне нравится больше всего, посмотрите, можно маневрировать длиной. Платье достаточно длинное, вот лично у меня прикрывающее колени, но вечерком можно юбочку приподнять и на свидание пойти, правильно? Звоните, заказывайте отличное платье для вас. Ну что ж, мои дорогие, платье-трансформер сегодня, только сегодня, это платье у нас по потрясающей цене. И вы приобретаете сразу три базовые вещи. Платье-сапфир, тунику и нарядную блузу. Итак, Света, обрати внимание, что цена-то из прошлого. Мы удерживаем цены для наших телезрителей, потому что мы всегда работаем с одними и теми же российскими производителями. Они нас знают хорошо, телеканал Shop & Show, и предлагают для нас лучшие возможности и цены.